Знаешь, что тебе хотела сказать? Чума. Это, ты матери-то будешь звонить? Да. Позвони, может, она какую-нибудь справку сделает себе, а? Или телеграмму какую-нибудь отобьет, чтобы тебя вытащить оттуда. Да. У нее в больнице-то все равно же есть знакомые. Да. Ага. Да. Ну, попроси, получится, получится, не получится, не получится. Пусть что-нибудь, ну, она так-то пробивная, может, что не сделает. Да, я тоже думал уже об этом. Ну, звонить, да. Ну, скажи, чтоб что-нибудь придумала, чтоб это, хотя бы, чтоб ты в отпуск приехал. А там дальше мы посмотрим, что будем, что делать. Я не знаю, уже нахуй все попередумала. А тут, короче, прикинь, у нас какой случай был. Покровка-то есть недалеко от Трунтая деревня-то? Угу. Там, короче, месяц назад привезли мальчишку. Я не знаю, но он в Бурятии, с какой он бригады, я не знаю. И он, короче, ну, убитого привезли. А мать-то, короче, ну, к девкам к нашему магазин ходит. Ну, приезжает. Ну, и рассказывает девке-то мне, говорит, ну, вот его привезли. Она, говорит, я хотела его там помыть, да переодеться, надо, что. Ну, в другой глок переложить, да что. А он, говорит, весь был забинтованный. Как мумию бинтует. Ну, говорит, руки-то, что, посмотрела, все, говорит, забинтовано. Я девкам говорю, ну, быть такого не может. Как вот сколько случаев уже, кто вот хоронил Аленка, племянника, да что, говорю, мать его и помыла, сама и переодела, и в гроб переложили, все, говорю, зачем, говорю, если каждого бойца бинтовать, смысл какой вообще, для чего вот это? Ну и все, а потом, короче, это прошел вот месяц, и пришел его друг с армии, у него контракт закончился, он тоже там был. И вот пришел к матери, короче, и сказал, что его убили свои два офицера. И что он был весь избитый. Я потому что девкам говорю, ну не бинтует их, ну не бинтует, блядь. И вот мать-то сейчас, короче, он говорит, у меня контракт закончился. Мне, говорит, терять нечего. Я, говорит, пойду к главным свидетелям. И вот они сейчас эксгумацию, да что хотят, короче, делать независимую экспертизу, вот это все. Представляешь, что делают? Они, говорит, убили, били нахуй, и убили, потом застрелили его. Я говорю, пидорасы ебаные, думают, война нахуй все спишет, блядь.